Ребята, всем привет! Короче, кто найдет в этом видео самую редкую вещь, которая есть у меня на складе, тот получит алмазы. Поэтому пишите комментарии и смотрите видео до конца. В общем, как вы поняли, сегодня хочу вам показать мой аккаунт. Сделать такой мини-обзор на 10 минут и показать, что у меня есть. Давайте и посмотрим. Получается, заходим вот сюда, верхняя одежда. Что у меня тут есть? Давайте посмотрим. Ну, самое такое прикольное из всего, это, конечно, был ангельский Дина. Вот, но сейчас мне нравится больше всего это вот это, топ-преступник. Это нам обесценили, к сожалению. Вот, и в принципе все. Дальше, что у меня по верху? Здесь у меня масок довольно-таки... Что за фигня? Что за... Ну-ка. Как это? О. Получается, здесь у меня... Ну, я бы сказал, что не то чтобы много... Блин, пипец, короче. Ну, нормально, в принципе, скинов. Вот, можете посмотреть. То, что причесок у меня довольно-таки много. Но, кстати, вот я забыл тогда показать в прошлом видео, когда делал обзор на женский персонаж, сколько у меня скинов. Вы увидите разницу колоссальную, кстати. Вот шапочка, имба. Вообще имба. Вот как-то так. В принципе, вот я вкратце вам показал все такое самое главное. Ой, это бустер. Вот так вот пойдем. Вот. Дальше по маскам. Ну, думаю, здесь, в принципе, то же самое. Здесь из всего то, что это боях, наверное, события. Потом еще какие-то события. Здесь у меня 765 кофт. Обалдеть. Это просто столько всего. Это просто жесть. Можете посмотреть, сколько склад. И вот я просто показываю, чтобы кто-то в комментах нашел самую редкую вещь. Мне самому будет интересно, что здесь у меня самое олдовское, ребят, вообще просто. Потому что я уже просто, ну капец, вот я вот случайно беру. Я уже, честно, не помню, что здесь самое олдовское, если честно. Но я думаю, вот это будет наемник, скорее всего. Больше такого-то олдовского-то и нет, потому что вот ласка уже ГГ. Потом что на ангел тоже ГГ шнули. Вот. О, неплохо. Вот. Давайте покажу до самого низа. Ну, больше тут такого ничего нет, реально. FF, кстати, Max. Возможно, кстати, вот скины FF Max, которые были за приглашение. За приглашение. Вот, возможно, кстати, вот это вот топовая тема, типа, будет у меня самая. А так, думаю, то, что остальные скины, ну, большинство есть. Вот. Ну, капец, ну что я надеваю? Кстати, неплохо выглядит, прикиньте. Чисто рандомно нажимаю и... Довольно-таки неплохой сет, в принципе. Так, штаны вам покажу тоже все. Это еще не все, потому что у меня есть коллекции другие. Но здесь ничего. Обувь я не буду показывать, нафиг. Коллекция рюкзаков. Вот здесь будет тоже интересно. Самое такое олдовское, что я знаю, так, наверное... Ну, день рождения Free Fire 2 года. Возможно, возможно. И все. И все, наверное. Лутбоксики, кстати, ну, фиг его знает. Лутбоксик самый такой прикольный. Вот чайник. Чайник. Так. Ну, здесь самое олдовское, я не знаю, честно. Я не знаю, не знаю. Парашют. Ну, у меня был парашют, кстати, за промокод. Самый первый. По-моему, это не он. Или он. Нет, наверное, нет. Вот, я помню, или что-то такое было за промокод, самое первое. А, я знаю, что вы напишите. Но это уже обесценили, ребят. Короче, что я хотел сказать. У меня была, получается, обувь. 5 промокодов, ой, 5 промокодов. 5 миллионов Facebook подписчиков. Это был такой второй промокод, по-моему. Давно-давно еще, ребят, это почти 2 года назад было. И, получается, нам выдали, ну и как выдали. Вводили промокод, и не у всех, получается, была эта обувь. Но сейчас, как я помню, эту обувь добавили нам в события. События сюда закинули. Это обидно, конечно же, ребят, если честно. Да? Вот эта обувь. Ну, это обидно. Зачем, типа, такую обувь сюда закидывать? Можно было другое что-то закинуть, согласитесь? Также, эмоции. Ну, эмоции у меня 102. Получается, из всех олдовских у меня тут, наверное, мало. Но я знаю, что у меня будет отжимание, скорее всего, будет самое олдовское. И... Наверное, больше-то ничего, потому что, ну, из пропусков олдовских у меня эмоций, к сожалению, нет. Вот, по тачкам, чего? Ну, по тачкам у меня почти,
скины все, которые возможно, типа, было получить. У меня они есть, по-моему. Но и то, тут на тук-тук у меня нету скина. Здесь прочее, ну, здесь, я думаю, то, что показывать что-то бессмысленно. Потому что так-то, если честно, тут мало лутбоксов. 109 это вообще ни о чем. Тем более, если у меня там скины эти есть. Давайте перейдем теперь в следующую вкладочку. Это арсенал. Кстати, скин на девушку, ладно, давайте так покажем, потому что иначе мне потом скажут, ты забыл показать. Берем самый любимый персонаж, это Капелла. И давайте посмотрим очень быстро, что у нее есть. И сразу как... Сколько? 765? А почему? А почему у нее вещей на девушку больше, чем на пацана? Это как-то это как-то получилось-то? Наоборот же было все. Ну, кстати, макияжи дофига, кстати, женских, да? Офигеть! А почему так получилось, что женского верха у меня получилось 765 вообще? Обалдеть. Я не знал. Я не знал, потому что я помню, что у меня раньше, типа, я не покупал женский, ну, на женский персонаж не покупал одежду, типа. В последнее время стал это активно делать. И, походу, вот это вот активное делание вот привело к тому, что у меня здесь теперь есть. Давайте мы здесь посмотрим. 17 скинов на эмочку. На калаш у меня... Ну, вот такая дракон. Я его так и не выбил. Это вообще капец. Дальше на скара у меня вот такие вот скины. Здесь гроза. Не обращайте внимания, если я поставил, типа, плохие скины. Это я записывал челлендж. Поэтому, в принципе, из-за этого у меня такие плохие скины, возможно, будут. Но олдоска, здесь ничего, наверное, нет. Потому что, по идее, скинов на пушку олдовских и нету вообще. Но могу просто показать то, что у меня есть. У меня здесь, кстати, все дробаши, которые были у нас когда-то, бесплатно выдавались. Я вот помню событие, великое такое топовое событие, где там топ-100, если зайдешь, то получаешь себе на почту 4 эти скина. Тогда, когда это было год назад или... Ну, наверное, год назад это было. Это вообще был просто разнос тогда, ребята, я вам отвечаю. Даже уже 2 года назад, скорее всего. Вот. Просто я помню, что все в шоке были, потому что бесплатно выдавали, бесплатно. Типа, можно было получить любому челику, который просто умеет играть. Но из всего, что здесь есть, ну, реально ничего такого нету. Типа, олдовского. Вообще. Скин на кулак, но не думаю, что это олдовская тема. Вот, кстати, скин на гранату. Ну, возможно, что-нибудь здесь у меня и будет. Такое. Стоп. Ого. Откуда? Ну, ладно, возьмем. Так. И дым. По стеночкам то же самое. Кстати, у меня здесь есть вот такая топовая стеночка. Самая такая прикольная. И скин, возможно, на вот этот вот. Получается, будет олдовский. Возможно, кстати. Возможно, что он будет самый такой олдовский. Я не знаю, как его получил, возможно, какое-нибудь событие выбил. Вот. Получается, в этом видео вам показал, что у меня есть на аккаунте, что поменялось спустя время, там, когда последний раз делал обзор. Полмесяца или полгода назад вообще. Вот. А вы в комментах напишите, что у меня самое олдовское, кто найдет это, и в комментах напишите свой айдишник еще плюс, то я тому закину алмазы и, естественно, закреплю комментарий. Поэтому... Смотрите видео подробно. А, кстати, покажу аккаунт. Давайте вот так вот еще покажу, чтобы было понятнее, что куда. У меня здесь 107 звезд. Это была моя мечта. В принципе, я ее осуществил. Очень прикольно, очень прикольно. Вот, можете зайти в мою гильдию. У нас прикольная гильдия. Тут так вот все красиво сделал. Вот как-то так. Всем спасибо. Увидимся в следующем видео.